Всем привет! Мы находимся на озере Горьком Егорьевского района Алтайского края. Ловим окуня. Вот поймал уже второго. Пробуем дальше. Насадка опарыш, прикармливаю мормышем. Ну и высыпал еще в лунки старый опарыш. Перемена погоды, клев не важный. Обычно с утра тут сразу дуром начинает клевать. А сейчас что-то слабовато. Ну, может быть, еще подойдет. Попробуем на другой лунке. Была поклевочка, сдернул одного опарыша. Значит, стоит. Тыкает слабые тычки, а брать не берет. Проверим следующую лунку. Ветер меняется. Дул южный, сейчас поворачивается на западный. Сейчас проверю лунки опарышем, потом попробую.
где-то примерно 1,80 м, плюс сантиметров 60-70 льда. Проверяю все горизонты, может и на дне стоять, может и под льдом стоять, но пока никак он себя не обнаруживает. Пробуем на мотыля. Может быть, мотылек принесет нам удачу. Мормышка, муравей свинцовый на той неделе очень хорошо себя зарекомендовала. Оп, по губе. Значит, окунь все-таки стоит здесь, просто не хочет брать. Но мы терпеливые, будем пытаться поймать. Тресни. Пойдем на следующую лунку. На этой луночке уже поймали двух окуней. Попробуем, может, еще кто подошел. Опять по губе. Стоит он под лункой, но брать не хочет. Вот он. Ох, да хороший. Хороший окунек. Хороший. Поменял проводку на более медленную. Сразу последовала поклевка. Такой вот игоревский окунек.
Будем дальше пробовать на мотыля. Да, но это что-то, одевать кормового мотыля на маленький крючок мормышки. Да учесть, что еще зрение уже не как у молодого. Попробуем дальше. Обычно он здесь всегда клюет с утра до обеда, до 12. Потом перерыв обеденный. И потом где-то с двух и до зорьки, до заката. Ну а сегодня что-то капризничает. Клюет, надо попить чайку. Попили чайку, проверим, что-то удочка упала со стульчика. Оп, а что-то есть. Вот такой вот хороший окунь. Настоящую взял, пока чай пил. Ну-ка посмотрим, может стайка подошла. Еще один есть, этот поменьше, этот поменьше. А еще одного. В советские годы как-то выписывал журнал «Рыболов-спортсмен». И вот там был рассказ, как мужик один использовал так называемую елку. Он рядом с лункой, в которой рыбачил, сверлил еще одну лунку. И пойманную рыбу одевал на кукан и опускал. И якобы она привлекала другую рыбу. Но вот все, собираюсь попробовать. Желания нет. Ага, тычок был. Вяло, очень вяло сегодня клюет. Прихватит за краешек мотыля и все. Секается.
Рыба стоит под лункой. Все перемена погоды. А ветер, чувствую, уже с западного начал на север, с севера тянуть. Вот приехал, с утра был юг, потом крутанул на запад. Сейчас плавненько на север переходит. Вот такой вот и клев. Ладно, пойдем в следующую лунку проверим. Ловись, рыбка большая, маленькая. Дрозды собирают мормыша и мотыля, лежащие возле лунок. Не боится вообще никого.
пробежался по лункам. Вот такой вот улов. Сейчас будем складывать. Неплохие окуньки стали клевать на мотыля. Тут покрупнее попались. Уже довольно-таки неплохой улов. Ловим дальше. Столько рыбаков. Сегодня вторник, 3 марта 2020 года. Когда кто работает, непонятно. Ну что, закончилась наша рыбалка. Условия были не очень. Ветер переменчивый, клев слабенький. Но все-таки кое-что нам удалось поймать. Были неплохие окуньки и мелочевка. Ловил в основном на мотыля и на опарыша. Пробовал на мормыша, сбивает сразу, хотя им прикармливал, но брать не берет. Мормышка муравей, глубина 1,80 м. Клев слабый. Подходишь на лунку, поймал 2-3 штуки, все, надо идти на следующую. Но тем не менее, рыбалка удалась. Посчитаем. Семьдесят восемь штук. Ну что, едем солить.